Всем привет, друзья, с вами Бомж. Продолжается серия выживания Бомжа в ШД. Сегодня у меня будет еще одна попыточка, она будет маленькой. Все-таки, ребят, я опять надеюсь на Биг Бокс. Биг Бокс, ребята, мне, по-моему, если я не ошибаюсь, никогда ничего не закидывал. Все, что я находил, находил с бесплатных. Все-таки Биг Бокс — это три маленьких бокса, так что вероятность X3, грубо говоря. Давайте, ребята, соберем ключики. И, кстати, смотрите, Бомжу кто-то написал письмо. Я ни в клане, нигде не состою, давайте же соберем ключики и узнаем, кто написал Бомжу и что хотят от Бомжа. 24 поинта на Брока, но есть ли смысл? Блин, я думаю, что не особый. Ладно, бесплатный мы соберем, теперь давайте сыграем подрыв и еще нам нужно апнуть ранг. Я апну один ранг, потому что, ребята, мне нужно немного на боксик. Не хватает, по-моему, как раз-таки 10 жетонов. Так что давайте, погнали. А, она тута. Тута-тута. Джисю-то я тута. Мишка. Блин, подхилиться не дает. Сейчас поможем Поку. Да, конечно, конечно. Сейчас я карту раскрою, мы с тобой поговорим. Потанцуем. Рамен, бой. Лапша, что ли? Так, раскрываем побольше карту, потом, чтобы как баунти будем играть, и никто нас не достанет. Вау. Не попал, не попал, потом сразу по двум попал. Очень потная каточка. Давайте ниту попробуем снести. Так, перезарядка, отлично. Лови, лапша. Если ты рамен бой, то я ролтон бой. И я готов тебя заварить. Потому что на больше бабосика не хватит. Так, 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 давай отходим. Поджимать нельзя себе дать. У них тоже Пок очень хорошо играет. А вот сейчас лапшичка засуетилась, потому что чувствует, что вареным пахнет. Вау, минус 2 с ульты. А, у меня же много, я что-то слишком отвлекся. Это была потная каточка. И лапшичку мы все-таки сварили. Теперь можно ее покушать. Доширак побеждает в этом бою. И погнали дальше. Теперь нам киллер, старт-плеер. Ну там реально потная заруба была. У нас есть шанс. Смотрите, если сейчас 80. Не, по-моему, я ошибся в расчетах, и все равно 10 не хватит. Кстати, вы заметили, что вывели из игры босс-файт, там, где роботы спавнятся и за вами босс бегает. Безумие, все дела. Я не знаю, почему. Очень прикольный был режим. Иногда повеселиться даже с рандомами можно было. Мне куда больше заходило, нежели чем. Я ж тебя не трогал, чувак. Я ж шел своей дорогой. А вот теперь ты на тот свет отправляешься, потому что не надо трогать бомжа, когда он идет за едой. Он шел не за твоей баночкой с едой. Вау, как не достал. Ладно, там еще один ящик есть, погнали туда. Точнее, их там два. Если, конечно, Эль Прима их не собрал. Смотрите, увидел меня, сразу за мной бежит. Все собрали. Ладно, Эль Прима, я смотрю, ты такой борзый. Пойдем. Пойдем побазарим с тобой. Ну давай, до свидания. Нита бежит. Нита хочет в бубен. Окей, Нита, давай поговорим. Осталось три бойца. Вау. Так, ладно, не будем тапать.
ракетой попал. Что-то ракеты вообще сегодня не идут. Прошлый ролик по выживанию в ШД, я там лупил просто каждую, даже когда против меня поджимали. +36. Походу... Ладно, ребята, я же догадываюсь, что там за письмо. Я думаю, оно нам поможет. Если вы поняли, что это за письмо, то обязательно пишите в комментарии. А если нет, то, ребята, сейчас я вам все покажу. Сейчас еще раз наваляю кому-нибудь. Надеюсь, здесь никто не сидит. А здесь Брок сидит. И попал я по Броку. А нет, он здесь. Вау, он еще и 10-й. Чего? Чувак, хорош с такими прокачками ходить, блин. У меня 10-й будет, наверное, лет через 5. На бомже такими темпами. Потому что, ну, голда есть, окей. А поинтов вообще нет. У меня самый большой рикошет, 7-й левел. И все на этом. 10-й левел. Это было жестко. El Primo is here. Блин, там еще один Брок 10. Ладно, надо подключать, короче, автоприцел, который будет... Че, я за тебя боксы, что ли, буду собирать? Ты рофлишь. Я все свои силы должен на твои боксы отдавать, чтобы ты... Ну ладно, сейчас кто-нибудь сверху придет, я смотрю. Ты хитренький, спрятался. Давай, сейчас подождем. Как кто-то начнет тебе сверху накидывать, то я тебе в этом помогу. Помогу отправиться на тот свет. А, вот уже засуетился. Походу увидел, что там кто-то идет. Либо Пайпер, либо кто-то еще. Давай, вот такую слови плюху. Че, уже не такой смелый, да? Вау, я не знал, что он на меня пойдет. Я думал, что будет отсиживаться. Вау. Опасно, опасно. Там Брок, Пайпер. Давай, Пайпер, сейчас потаранься. Сейчас я подхилюсь, подожди. Пока. Там Брок 10, Кроу бежит. Давайте Брока возьмем. Брок просится в Тиму. Но если он попытается меня закрысить, надеюсь, я успею среагировать. Потому что Броки очень люто крысят. Прям в упор подходит. И еще где-то... А, вот Шелли. Давай с Шелли начнем, может. Блин. Кроу, гребаный Кроу. Он не дает. Сейчас, блин, да как Шелли достает? Черт возьми. Все на меня сагрились. Надо было Кроу гасить с ульты просто сразу и все. Вот так вот накинуться с двух сторон. Плюс я очень не люблю находиться сверху в карте, когда ты не можешь. В положении получается твой джойстик под тобой, соперники тоже. И очень тяжело целиться, ребят. Потому что баунти мы всегда вот так играем. То есть мы находимся снизу. И поэтому уже привычно. Фига она залетел как ниндзя. У нее такое положение было, как будто кубиком летит. На. 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 На, тебе тоже. И тебе тоже на. Что-то бомж разошелся. Правда, прокачки опять не хватило, чтобы добить. 25 хп, просто жесть. Ладно, ладно. Надо вернуть свой ранг. Слитый. И... Леон. Леон это конченая крыса, потому что, ребят, давай, хоть одну ракетку. Отлично, тут еще и Кроу встречает. Ой, тут еще и Леон встречает, не будешь сидеть в центре. А прикол в том, что я недавно, ну как недавно, это буквально-таки минут 20 назад было, попробовал сыграть разочек, проверить, как здесь Брок. В общем, я таранюсь Кроу, почти его убиваю просто ниоткуда с инвиза, вот здесь Леон подходит в упор прям. И давай до свидания, сделал мне, салам алейкум сделал. В общем, давайте, ребят, сейчас это все шутки, но по-серьезки меня Леон люто закрысил. Смотрите, что делают. Да, блин, у него ульта есть. Это опасно, лучше не будем пока его агрить, потому что если он прям на меня четко залетит, то мне хана будет. А вот Шелли отогнать можно было бы. Кстати,
Так, меняем местоположение. Лови, Шелли. Ты что-то больно смелая. И теперь уже ты не очень смелая. Так, Леон. Давай с Леоном. В принципе, пофиг. Лучше хотя бы вторым стать. Да блин, на меня летит. Попал. А где еще один чел? Блин, Леона, конечно, мне не убить. Туру-туру-туру-туру. Блин, ракета одна осталась, давай. На! Да, ребята, просто жесть, у меня аж тут язык немного запнулся, было жестко. Как же его раскачало, он думал, что под инвиз ушел и все, я его не вижу. Но понятное дело, что у него единственная цель это зайти в упор как можно ближе и убить. Было 9 банок, у меня 2. Давайте глянем его левел. Думал, что не убью. Ребят, это достойно лайка, так что обязательно закиньте. 7-й левел, на 1 левел больше, но на 7 банок больше у него было, так что, ладно, давайте теперь глянем, что тут за письмо входящее. Клуб, у меня клуба нету, а вот личный сезон закончился. Интересно, насколько я закончил сезон, давайте глянем. 260, так, полетели, окей, спасибо, 4, ну все собрано, 4 боксика и 1 биг бокс. Давайте, ребят, попробуем что-нибудь найти. Киллер. Украинская элита. Нифига у него десяток, смотрите, ребят. 4 там десяток. Ладно, потом ответим на запрос. Так, давай. Ну все, бигбоксик, давай, не подведи. Если не даешь Легу, не даешь мифика, то дай хотя бы гемов 15, потому что я на Легу тогда сам накоплю. Давайте дождемся кнопочки, когда он призовет нас открывать. И бык, биби, роза. Блин, поинты, конечно, полезные, не считая быка, но ничего не нашли. Ладно, ребята, если вам этот ролик понравился, то обязательно закиньте лайк. С вами был Бомж. Сегодня такой, чисто по фану ролик был. Я думаю, здесь ничего прям супер топового не было, но катки реально прикольные получились. Всем удачи и всем пока.